В двух шагах отсюда центральный пляж поселка Лазаревское. За неприметным забором на небольшом участке начал расти дом или коммерческий объект. Что получилось бы в итоге, неизвестно. Ведь разрешения на строительство хозяин не получал. Администрация города подала иск в суд. Он и признал объект самостроем. Сносить самостоятельно застройщик не захотел. В связи с неисполнением решением суда недобросовестными застройщиками администрация города Сочи на основании определения была привлечена специализированная организация для фактического сноса данного объекта недвижимости. Строительной организации все расходы по сносу будут возмещены. Их опять же в судебном порядке взыщут с застройщика.